Губернатор Ставрополья провел заседание Краевого совета по вопросам межэтнических отношений. В контексте экономической ситуации в стране внимание к этой теме на особом контроле, отметил Владимир Владимиров. Санкции, взаимоотношения, отсутствие какой-либо правды в пропаганде западной. Все это, конечно же, накладывает отпечаток на каждого жителя нашей страны. Плюс, конечно же, экономические проблемы, доллар, нефть, со всех поворотов слышится только кризис и так далее. Это тоже негативное влияние имеет на социальное настроение людей. В своем докладе профессор Пятигорского университета предложила использовать в пропаганде патриотических ценностей 70-летия Великой прояснению некоторых проблем и выработке решений, 2014 года, которые способствовали укреплению межэтнических отношений в крае. Если оценивать современное состояние межэтнических отношений, то прежде всего нужно сказать, что оно во многом определяется событиями 2014 года. И прежде всего знаменательными событиями – это, безусловно, Олимпиада в Сочи, это, конечно, присоединение Крыма, и это, конечно, выборы губернатора в Ставропольском крае, и, конечно, это третий Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора. Безусловно, эти события были знаковыми, и они возбудили в нас во всех ставропольцах патриотические чувства. В крае более 100 национально-культурных организаций. В прошлом году на Ставрополье проведен форум Всемирного Народного Собора. Закуплены 450 комплектов учебников для социальной адаптации мигрантов. Создан фильм о многонациональности Ставрополья и еще несколько десятков масштабных мероприятий. Это удалось во многом благодаря успешному участию края в конкурсном отборе региональных программ по предоставлению субсидий из федерального бюджета. Край получил из федерального бюджета около 44 миллиона рублей. Объем освоения почти 100%. Это позволило существенно увеличить количество и масштаб мероприятий, направленных на решение задач в сфере реализации государственной национальной политики. Члены Краевого совета отметили, что на 2015 год также намечено немало мероприятий по укреплению межконфессиональных отношений на Ставрополье. Как сказал губернатор, многие сегодня пытаются вырвать информацию из контекста и посеять раздор среди жителей многонационального Ставрополья. Это последнее дело – разыгрывать межэтническую карту в политической борьбе. Остужать горячие головы, которые найдутся в любом этносе, глава края предложил с помощью разъяснительной и информационной работы. Мария Жирова, Роман Солодовников и Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».